Просто все в траве. Травы, конечно, дохренище. Убирать и убирать. Лопухи мы отодвигаем, там дорожка. То есть... Капец! Вот это стиль! Как я давно в таком не ходил. Сколько еще работы предстоит сделать? Как-то так. Время уже поздно, пора чапать. Просто все заросло. Особенно после тех ливней. Дорога, он как будто я нахожусь в какой-то чаще леса. Идешь такой по маленькой тропинке, по узенькой. Он просто ноги помещаются и все. Травы, конечно, дохренище. Убирать и убирать. Колокольчики и ромашки. Что запущено все и дико заросло все сорняками, клубники не так много, как всегда, но в любом случае есть. Дача настолько сильно заросла без ухода, что такое ощущение, как будто приезжаешь куда-то в лес. Это... там находится вот эта полянка, заросшая на метр травой. И в ней находится клубника и все остальные растения, которые были посажены. То есть надо сначала раздвинуть всю вот эту траву, сорняки, все, что здесь растет. И только потом уже будет видно какие-то плоды. Просто вот дорожка, которая была. То есть лопухи мы отодвигаем, там дорожка. То есть... Капец! Чтобы пройти до домика, надо... быть как картографом. Знать, по каким координатам шастать. Просто все в траве. Жопа. В доме вообще вон какой паук просто поселился. Лопухи просто капец. Как будто пол моего туловища. Собирать, конечно, из-за таких условий не очень. Да и она стала мелкая из-за травы и то, что она не обрезается, клубник. Вот. Но зато сладкая, как земляника. Набрал немножко. Сельский парень на деревне. Расписание автобуса нифига дачного нету. Сюда ехал, попал в обеденный перерыв 2 часа. В итоге пришлось шлепать от пятнашки до дачи. Стандартная тема, как это знакомо. Единственный минус ходить всегда возле ТЭЦ, это то, что от тачек, от окружения... Да хренище пылище. И ты идешь такой, у тебя все кроссовки хрен пойми в чем. Одежда тоже. Естественно, все стираться, мыться. Ну все, катим обратно домой. Приехали в город. По пути был дождик везде. Моросил по чуть-чуть. Захватил кучу своих старых вещей, которые я уже носить не буду. На даче пускай будут под тряпки. Прошел и здесь дождик. Грязюку он развела. Вот это стиль! Как я давно в таком не ходил. Старые монтановские. Ну, ничего, для работы на даче сгодятся. Сгоревшую баню всю полностью освобожу. Все отсюда вытащу. Все вот это дерьмо сжечь, выкинуть. Потому что пипец. Все вот это вскрывать надо будет. Убирать. Сейчас на костер вон. Таскаю все вот это.
решил сегодня максимально быть продуктивным. Баню, которая сгорела, решил разобрать. Все доски, все отсюда полностью вытащу. Сегодня, конечно, и так очень много работы сделал. То есть все, что вот это вот осталось, это на следующий раз. Потому что здесь надо будет кирпичи убирать. Вот, вот эту вот всю хрень в опалубку закидывать. А все деревья, все доски, все бревна, вот эту вот всю мишуру, все это на костер сжигать. Окна тоже нахер все выкидывать. Оставлять, короче, только кирпичи от этого. Все здесь подчистую зачистить, чтобы потом в дальнейшем залить полы. Ну, там видно будет, что как. Металл тоже потом в использование пойдет. Ну и здесь, естественно, максимально все от сорняков я уберу. Здесь до конца зачищу. Он отпилил грушу. Ее еще пилить и пилить, там до хрена сухого. Равнять, чтобы она покрупнее была. Да и чтобы уютно, красиво было. Эстетично. По красоте, как я называю. Сейчас вот это все на кучу отнесу. Учитывая того, когда вся дача будет зачищена от вот такого пиздеца. Здесь тоже вот сегодня такой же пиздец был. Как вон там. Трава полтораметровая. Где-то метр, где-то полтора. Вот, все это на кучу будет скидываться. Так же дальше. И потом, когда все зачистится, будет эта куча сжигаться. Ну а лицевую сторону, судя по тому, как все обстоятельства идут, будет зачищаться, убираться позже. Пора топать на обед. Сегодня ничего не хавал еще. Проснулся рано. Лег поздно. Утром. Вот такая вот красота. Получается все чистенькое, ухоженное. А там вон еще дохерища работы. Плохо, что, конечно, души нету. Придется снова чистую одежду одевать на грязное тело. Печалька. Красота. Кажется, мне пришел капец. Загар. Сколько еще работы предстоит сделать. И сегодня дохренище что было сделано. Вот отсюда, кстати, с передней части ни хрена ничего не видно. Время 9 час. Пора чалить домой. Всем доброе утро. Уже который день обещают грозу, град, шторм. Все в этом стиле. Но пока солнышко светит и тепло, поэтому надо ебашиться. Надо будет опять максимально хорошо убраться до хренища травы. Я уже показывал. Добираться до дачи, конечно, жесть. Пока там в городе соберешься, дождешься транспорт. Надо успеть на дачный автобус. Вот. Который по своему расписанию ходит, но иногда отклоняется от графика. Тут еще дождик прошел, дорогу развезло, а мы собрались работать с травой. Сейчас будем потихонечку переодеваться и готовиться к дальнейшему пиздецу возле бани. А потом надо будет пожрать, а то опять нихера ничего не жрал. Итак, похудел, нарядился снова в свой стиль. Покажу вообще, что я сделал на даче за 2 рабочих дня. Весь процесс расскажу, что да как. Я буду приводить в порядок вот эту вот заросшую сторону возле бани. Сейчас надо вот это вот убрать. Елки туда прочистить до конца. Вот это все сейчас до конца зачищу и сюда все железо сложу, чтобы не мешало и эстетичный вид не портило. Проделанная в прошлый раз работа. Работу не успел доделать. Трубы целые, но шланги, естественно, все менять кранами нужно. Да убрать, все зачистить до конца, но это я сегодня не успел. Эти кучи тоже убрать. Здесь все зачищено, здесь тоже все зачистил. Отсюда все железо я убрал,
оттуда, где куча сейчас лежит, плитку я тоже все убрал. Здесь я все зачистил, вот сюда как раз сложил все железо. Там большая часть клубники зачищена. Здесь еще не до конца все сделал. Надо будет кирпичи все из-за бани туда сложить, где металл. Вот тут всю шляпу тоже туда же. Все рамы, стекла вытащить, это разбить, это выкинуть на помойку, на мусорку отвезти. Доски все сжечь. Это тоже все полностью достать, разобрать, зачистить полностью до бетона. Виноград. Плети вон еще живые. Я их наверх закину. Потом, когда крышу крыть буду. Здесь тоже все зачистил. Оставил только керамзит. Здесь как раз плитка, кирпичи, куча железа. Все, что остальное в бане там есть, что пригодится в будущем, тоже сюда закину. Здесь частично зачищено. Там надо будет зачистить остаток. И вот это вот. И можно будет на дальнюю часть участка уже идти. Огромная куча, уже трехметровая. Грушу все отпилил. Там еще наверху нужно будет опилить вот это сухое. Подровнять ее, чтобы было красиво. Смородину все обрезал. Оставил только самое нормальное. Облепиху тоже обфигачил. А где песни? Радио Рекорд, там все дела. Чтобы я был не самым белым, такое вообще возможно? Возможно. Время уже темно. Заканчиваем. Сейчас пешком до города. Даже половину костра не сожгли. И еще помимо костра сколько здесь мусора. Вот это такой лес, как сейчас, да, мы через трущобу идем. Очень тяжело ориентироваться в полной промежности на все фонарики. Пидорасина, бля, ебаная. Че, в тебя кто-то воткнулся? Да. В следующий раз берем с тобой мачете. Будем прорубать свою дорогу. Через 5 минут закроются магазины, и мы не сможем купить лимонадик и мороженку. Че, сортанули? Походы. У меня штаны спадают. Так, давай, завязал ремень. Нихуя, сортанул, ебать! Ебать! Подожди, брата! Плечу третью космическую! Кайф! Наушники долбят по шее, не могу. Решили пробежечку сделать от скуки. Такой бабах был и громкий звук, просто оглушительный, настолько ебануло. Ну, главное, именно не, даже не взрыв какой-то, знаешь, там воспламенения никакого не было. Но видно было так, как будто газ полупрозрачный хреначил огромным столбом через трубы. Это, вот, кстати, одна труба вообще вот так вот хреначил туда-обратно. Там, да, еле-еле вот. Кого-то сейчас оторвет вообще нахрен куда-нибудь. Леша такой сразу в топку. А я такой подумал, если будет вообще пиздец какой взрыв, то все равно не спасемся, мы находимся в 300 прям, метрах, да, грубо говоря, от этого, то в любом случае пиздец будет. Поэтому такой думаю, лучше уж тогда засниму хоть что-нибудь. Это... А там в итоге ничего не происходило, просто огромный вот этот грохот проходил на, ну, минут 15-20 он был.
Вот, хреначил, потом полностью отрубили. И вот видно было полупрозрачный вот этот вот дым, как будто газ поднимался на высоту там 20-30 метров вверх и в сторону уходил. Вот, и то, что одна труба туда-сюда вот моталась по жесткому от этого давления. Интересно, конечно, что это за неполадка, это, естественно, ненормальный случай, вот. Какая-то большая проблема на производстве, вот интересно, что это произошло. Но мы, конечно, очканули, а потом расслабились. Там уже терять нечем было. Прикольная ситуация, конечно. Главное, чтобы никто на производстве не пострадал. Я вон часть орешника отпилил. Здесь вот все, которые крупные ветки были. Много очень с кучи перетаскали крупного. Это сожгли. Вот остаток на сегодня. Вот эту часть убрали. И вот до самого конца здесь сделали дорожку такую. Прочистили. Сейчас осталось траву убрать. Костер, те маленькие доски дожечь, и на сегодня финиш. Коридор получился. Сейчас всю эту траву уберем на костер. Вот. Ту маленькую часть досок, которая осталась, дожгем. И на сегодня хватит. Куча-то потихонечку уменьшается. Надо будет орешник еще потом также подпиливать, но это уже не сегодня. Мокрые просто. Пот, грязь. Братан. Что нахуй черный, блядь, как негр? Нет, все руки, блядь, что нахуй? Что всякая хуйня, блядь, все ноги черные, блядь. Носки вообще в землю превратились. Носки, да. Можно прямо опускать в землю и корни вырастут. Белоснежные носки. Время 10 час, потихонечку начинаем выбираться с дачи. Всю грязь свою решили смыть салфетками. Мы же чистоплотные мальчики. Не возвращаться же нам такими конченными бомжами. Все протерли, все отмыли. Единственное, что башка грязная, домой прийти все равно. В ледяной душ, правда, без горячей воды. Ну ничего. Свернутая вот эта вот труба и есть, возможно. На днях были ураганы здесь, походу. Большие две крупных ветки полностью оторвало. Они упали, мы их распилили и на костер все отнесли. Все емкости набрали водой, на всякий случай, на крайний. Так, если уж костер будем тушить, то вода у нас теперь есть.
Здесь старое черешня дерево было. Сломали, выкручивали. Единственное, что осталось, вот это оттащить. Все ветки опилили. Но это потом уже не сегодня. И здесь он целый большой клок. Тоже очистили. Легли в 4 утра, встали в 8 утра, в 10 уже были на даче. Как бы сегодня огромная большая работа сделана физическая. Все полностью вот это вычистить, убрать отсюда. И можно будет сделать нормальные полы. Вот эту вот балку поставить наверх, перекрытие вместо вот этого бревна. Вот. И нормальную крышу сделать, бочку поставить, душек сделать, уютненько облагородить. Все, что из бани было закидано, аккуратно сложено сюда. Здесь траву снова подергал, чтобы чистенько было. Здесь он как красиво, уютненько, чистенько. Вот. Старые доски из бани. Вон они. Мусор, труха вся вон в мешках. Потом будем жечь, не сегодня. Сегодня костром не будем заниматься. Куча битого стекла. Виноградник все лозы распустил. Закинул наверх, поджал кирпичами, чтобы оно наверх через крышу тянулось. Чтобы закрывало, здесь было красивое окошечко такое, через виноградную лозу. Здесь шланги потом будут закидываться. Куча рам, окон, арматуры и всего остального аккуратно сложено здесь. Сейчас время уже 6 часов вечера. Пойдем вон туда траву фигачить. До 8 часов и 8 на базу домой. Поляну тоже освободили. Потом останется вот этот центральный остров убрать. Вон там в парнике все зачистить. Будет такая основная чистая аллея. Земля очень сильно усохлась и траву дергать, поэтому очень тяжело. Сегодня вот эту вот зону решили всю полностью зачистить. До дорожки и вот дорожку саму. Еще сирень опилил. Свет надо будет на костер отнести. И еще вот сейчас будем заниматься вот этой стороной справа. Кайфули. Пушистик. У нас тут мусор все пополняется, пополняется. И эта куча вон какая. И эта куча стала больше. Кстати, вот трава уже начала появляться опять. Зараза, 2 недели всего не были. Здесь мы всю зону полностью зачистили вместе с дорожкой. Так чистенько теперь стало.
Здесь он лилии оставил, 4 цветочка. Они многолетние, пускай будут. Здесь елочка. Тут еще одна, их полил. Здесь все полностью, площадка под тачку освобождена, все чистенько. Туи я тоже полил. Основная работа будет вон там, всю жопу в следующий раз убирать. Вот это вот все. Башмачки оставил. Такая вот чистая зона здесь. Теперь здесь это останется прибраться. Как-то так. Время уже поздно, пора чапать. Ну и сирень вся тоже опиленная. Потом останется корни вон там убрать. Приняли душ. Теперь чистенькие. Вот освободили зону от яблок. Здесь дорожку освободили. Здесь тоже все освободили. Все чистенько. Цветочки я оставил. Пускай будут. Здесь будем копать. Там тоже вон дохрена что убирать. Как короли, братан, да? Че? Здесь никого, здесь никого. Включаем узла? Ну я отключил пока колонку. Сейчас, если мирал не будет, можно ебать. А кстати, открой рюкзак и просто это, нажми он. Кнопку.